И вновь здравствуйте, дорогие любители велоспорта. В столь поздний час мы рады приветствовать вас на заключительной обзорной передаче, посвященной шестому этапу Тура Омана. Уникальная культура этой страны, замечательные сооружения, все это радовало наш глаз на протяжении предыдущих 5 дней. И вот сегодня заключительный 6-й этап. Но пока давайте вспомним все, что было до этого. Боб Юнгельс, национальный чемпион Люксембурга, победил на 1-м этапе. Эдвальд Боссенхаген, национальный чемпион Норвегии, победил на 2-м. Этап под номером 3 закончился спринтерская развязка, и Александр Кристоф, норвежский гонщик российской команды «Катюши», был намного сильнее всех остальных. 4-й королевский этап до Джабара Лякбар, или же Грин Маунтейн, и национальный чемпион Италии Винченцо Ниболи из казахстанской Астаны празднует победу. 5-й этап. Очередная интрига, очередные любопытные события. И Эдвальд Боссенхаген одерживает свою 2-ю победу в рамках этой гонки. Ну и сегодня заключительный этап. Этап под номером 6. Этап целиком и полностью подходящий спринтерам. Давайте посмотрим еще раз на его профиль. Стартует от Wave Muscat до Матра Корниш. Большая часть по побережью, достаточно ветреный, сильно продуваемый, но все же спринтерский. Несмотря на небольшие подъемы ближе ко второй части, это скорее спринт, нежели что-либо другое. Конечно, у отрыва были неплохие амбиции, но, скорее всего, такие мощные спринтерские команды, как «Катюша», которая очень рассчитывала на победу Кристофа, и те же Лото Джамбо с амбициями Морена Хофланда не должны были позволить отрыву добраться до финиша. Но сейчас все это узнаем, сейчас выясним, кто в итоге сумеет одержать победу. Кристоф как раз на наших экранах. We've had 5 stages so far, and и Александр Кристоф говорит о том, что 5 этапов уже позади, и, конечно, непростая гонка, и то, что 3 этапа уже выиграли норвежцы из 5, говорит, ну, конечно, я надеюсь сегодня выиграть, но если не я, то пусть это будет Эдвальд, если мы не берем мою команду. Мы все из Норвегии друг с другом хорошо общаемся и дружим, поэтому переживаем друг за друга. Морено Хофланд, спринтерский лидер команды Лотто Нел Джамбо, говорит о том, что сегодня, конечно, этап сильно отличается от предыдущих двух. Сегодня есть возможность у спринтеров показать себя. Если у нас у спринтеров сохранилась свежесть в ногах, то должно получиться интереснее. Ну а вот и лидер общего зачета, владелец красной майки Винченцо Ниболи из казахстанской Астаны, говорит о том, что замечательная страна, мне тут очень нравится выступать, я, наверное, сюда бы даже съездил на отдых в свободное время, я наслаждаюсь каждым днем, проведенным тут. I really like the scenery, and the roads are really nice, nice and smooth and fast roads, so it's really nice coming here. Ну а также Жак-Янс Иван Ренсбург, лидер самого отчета самых агрессивных гонщиков, говорит о том, что в пустыне всегда в отрыв ездить особенно сложно. Это из-за песка, это из-за жары, поэтому он особенно гордится этой своей майкой. Так, ну а это какая-то акция в исполнении команды Бора Арган 18. Интересно, почему решил залепить себе рот один из гонщиков команды Бора Арган. Ну и последний этап, конечно же, очень много желающих уехать в отрыв. Посмотрим, у кого это получится сделать лучше, чем у остальных. Кого отпустит основная группа. Конечно, особенно эта гонка для казахстанской команды Астана, которая в очередной раз на радость своим болельщикам, которые также наблюдают за ее выступлением на нашем телеканале Евроспорт 2. Похоже, все же выиграет генеральную классификацию усилиями Винченцо Нибали. Плюс Якоб Фульсанг, его главный помощник, датчанин на 3-й строчке в общем зачете.
Также крайне удачная гонка для норвежцев. Уже 3 победы, и сегодня потенциально может быть 4-я. Замечательные виды заключительного этапа. И мы видим, что все больше и больше попыток уехать в отрыв. Астана, разумеется, не собирается закрывать все эти формирования. 112 километров до финиша. И вот отъезжает группа. Отъезжает группа из 7 гонщиков. Таким образом формируется отрыв из 7 гонщиков. Себастьян Минар, представляющий Жидузар Ле Мондиаль, Грегор Мюльбергер из Бура Аргун 18, Джанни Мирсман из Этикс Квикстеп, Питер Ван Свейбрук из Топс Фор Владерен, Даниэль Итан из Юнайтед Хелфкер, а также Ярослав Марич из Шишишишпранди Полковице польского коллектива. Ну и также обещал я до этого, что отвечу на несколько вопросов, которые поступают от наших телезрителей. Сегодня, благо, у нас не так много ярких событий внутри этапа, и будет время. Пока общие планы у нас виднеются. Отрыв работает достаточно здорово. Преимущество за 60 километров до финиша этой группы достигало даже 4-5 минут. Но, разумеется, все это было на привязи пелотона. Полностью контролировали эту обстановку. Вначале работала Астана, затем вышли вперед спринтерские команды. В частности, «Катюша», Лото НЛ Джамбо, Топспорт также подключался, но недолго, предпочитав то, что Питер Ван Свейбрук находится в отрыве, это было для них гораздо более выгодным сценарием, поэтому большую часть усилий предпринимали гонщики российской команды именно. Обратите внимание, сегодня воскресенье, день выходной, и много болельщиков расположилось вдоль обочины. Все они приветствуют гонщиков. Вообще, последнее время колоссальную популярность набирает велоспорт в местных регионах. Пока еще не совсем привыкли к этой культуре. Ну и вот очередной подъем Аля Хамрия преодолен. И да, обещал я к вопросам перейти. В частности, большие поклонники российской команды «Катюша», Евгения Макаша, а также Борис спрашивают по твиттеру у меня относительно того, насколько вероятно дальнейшее выступление «Катюши» на подобного рода гонках. Ну, знаете, в целом могу сказать, что подобного рода гонки, они всегда вызывают особый интерес у протурусских команд, в первую очередь средствами и потенциальным заработком, призовыми и деньгами, которые платятся команды за приглашение. Поэтому тур Дубая, тур Омана, тур Катара – это те старты, на которых будут появляться команды протура, и, разумеется, будет появляться «Катюша». Но работает это следующим образом. То есть, условно говоря, 10-15 лет гонка пытается себя распиарить, разрекламировать, платит деньги командам за то, чтобы они сюда приезжали.
Затем она набирает популярность, затем, соответственно, появляются определенные спонсоры, гонка становится все престижнее и престижнее, и команды уже сами стремятся на нее попасть. И платить им за это не нужно. Рано или поздно может дойти до того, что появится шанс у подобной гонки вступить в категорию протура. Но если говорить, например, о гран-турах, трехнедельных гонках, то, конечно, шанс то, что гран-тур пройдет тут в Омане, в Катаре или в целом по этим странам, пока очень и очень невелик. Но развитие идет. И со временем, я думаю, что все более и более значимые гонки будут появляться тут в Азии. Ван Спейбрук забирает промежуточную премию. Мёльбергер второй, Минар третий. 35 километров всего-навсего остается до финиша. Как завершится сегодняшний этап, узнаем после небольшой паузы. Никуда не уходите. Возвращаемся на дистанцию заключительного шестого этапа тура Омана. По-прежнему у нас впереди группа отрыва. Все меньше и меньше остается километров до финиша, и все больше и больше вероятность группового спринтерского финиша. Минута 25 всего-навсего в запасе у отрыва. Тридцать километров, и, конечно, за такой большой километраж можно отыграть и 4, и 5 минут. Чего уж говорить о минуте 20, которая сейчас есть в запасе у отрыва. Шикарная местность, очень живописная на фоне холмов вот этих вот. Примерно в этом регионе, кстати говоря, вчерашний этап проходил. На их фоне зелень и украшения, исторические памятники самого города смотрятся очень неплохо. Пятьдесят пять секунд всего-навсего. Ну и понятно, что уже совсем скоро от этого преимущества ничего не останется. Шикарная крепость на вершине очередного одного из холмов. Местный порт достаточно больших размеров. Но отрыв не меняется. Итан, Марич, Ван Спейбрук, Мирсман, Мёльбергер и Минар. Ну вот любопытно, что Мирсман предпочел не пытать свое счастье в спринте. Решил отобраться в отрыв. Тем временем вот на этом повороте группа отрыва уже набрала неплохой темп, тем не менее видит их пелотон, и когда ты видишь свою цель, конечно, добрать намного проще. Очередной подъем, и раскалывается группа отрыва.
От отрыва остается всего-навсего четверка. А вот высокий темп, который сейчас предлагает основная группа, становится непреодолимым препятствием для очень многих. Шикарный вид. Вода абсолютно прозрачная. Смотрится очень здорово. Остается последний круг. 7,5 километров до финиша. И всего-навсего 19 секунд в запасе у отрыва. Катюша сзади работает слишком здорово. И слишком холодный расчет у гонщиков российской команды, не оставляющий шансов отрыву. Другой вопрос. Может ли Кристоф сегодня переиграть всех своих соперников? Или же найдутся достойные конкуренты? Опасный поворот. На 180 градусов преодолевают его гонщики в отрыве. Совсем рядом уже и основная группа. И с каждым оборотом педали все ближе и ближе подъезжает пелотон. Такую же ошибку, как допустила основная группа 12 месяцев назад, когда отпустили неотрыв на этом этапе, сегодня не повторится. BMC также подключается. Видим мы, как активизируется Lotto NL Jumbo. Румпота ранее пелотон также активничает. Dimension Data во главе с Эдвальдом Бусоном Хагеном тут как тут. Да, для Хагена важная задача удержать зеленую майку по итогам этого этапа. Также не будем забывать, я думаю, он будет сегодня спринтовать. Ну, а тут кто-то уже отработал, спокойно сдают смену и могут позволить себе отстать. Как активизируется BMC? Хотят сбросить они Кристофа в этот подъем, зная, что могут возникнуть трудности у норвежца. Но, по-моему, слишком здорово готов капитан российской команды Катюша. В конце концов, выигрывал Милан Санремо в своей карьере. Заезжал на подиум этой гонки, а тот же Чипрезу и Поджо, ну, никак не легче, чем вот это вот восхождение. Но пока усилиями Оса, усилиями Ван Авермата группа вытягивается в струну по одному. И в первом 15-20 Кристофа, если честно, я не вижу, зато вижу Хагена. 3 километра до финиша. Так, ну вот Lotto из Lotto NL Jumbo люди есть, но есть ли тут Хофланд? Вот в чем вопрос. Нибали пока очень высоко, он следит за Барде, он пытается обезопасить свои позиции в генеральной классификации. Теперь спуск и затем мощный финиш. Действительно чем-то напоминает Милан Санремо этот этап, согласитесь. Да, классичиссимы, кстати говоря, осталось совсем уже немного. Четвертая позиция в этой группе у Хагена. Ос продолжает тянуть основную группу. Ван Авермат на третьей позиции. Чуть далее расположился Нибали. Ну а мы пытаемся найти Кристофа и гонщиков Катюши. Пока не видно. Видно Кошту в его розовом шлеме команды Лямпре. Видно Нибали в его красной майке. И образуется просвет. Смотрите-ка. Отъезжает группа из 8-9 гонщиков. Ос проделывает колоссальную работу, чтобы уехать.
Катюша сумела собраться сзади, пытаясь сейчас нейтрализовать эту атаку. Ищут Кристофа. Хаген чувствует себя очень здорово. Если сейчас еще и Лотто Нелджамбо подключится, то может получиться все очень здорово для них. Догонять сейчас будет непросто. Но все же группы воссоединяются. Последний километр. Флам Руж не смогли дотерпеть. И теперь пошли вывозить Кристофа. Вот он, поезд российской команды. Очень здорово выходит по правому флангу. На третьем колесе Александр Кристоф. Хорошо он себя чувствует. Уверенная позиция и развоз великолепный. Вот они, Гуарнери, Халлер. Два главных разводящих России норвежца. Хаген опустился вглубь этой группы. Ну а у Кристофа абсолютно идеальная позиция. Буквально купейный вагон в этом поезде. Вагон люкс. И сейчас раскроют перед ним калитку. Сумеет ли кто-то хотя бы попытаться выйти с колеса Кристофа на фоне усталости? 200 метров, пора начинать свое решающее ускорение. Кристоф спуртует. На колесе у него находится Зико Вейтенс. Получится ли у Вейтенса выйти из-под Кристофа? Разумеется, нет. Более чем уверенная победа Александра Кристофа. Вторая на этой гонке, четвертая для норвежцев, кстати говоря. Вторая также и для Катюши. Давайте послушаем, что скажет победитель. Идеально, просто идеально сегодня отработала команда. На последнем круге нам пришлось тяжело, мы поймали просвет. За 2 километра до финиша Якоб вышел вперед, и Марко был рядом. Они вывезли меня абсолютно превосходно. И за 500 метров до финиша я понял, что шансы у меня очень хорошие. Дальше от меня все, что требовалось, это показать всю свою скорость, всю свою ускорение. И я рад, что сумел одержать победу, оставив всех у тебя за спиной. Это по-настоящему хорошая командная работа. И действительно, я был сегодня очень впечатлен своими напарниками по команде. Они молодцы. Результаты этапа. Кристоф побеждает. Али Вейтенс, Андерсен, Ван Асбрук, Беннет, Янс, Копье, Камп, Босенхаген и Канолла. Эдди Меркс очень доволен тем, как завершается эта гонка. Нибали выигрывает. Барде второй, Фульсанг третий. Послушаем победителя генеральной классификации Ченцо Нибали. Да, очень важно начать сезон с победы. И мне кажется, это хороший знак, который говорит о том, что я нахожусь в хорошем физическом состоянии. И, конечно, мои главные задачи дальше – это Тирено Адриатико и Милан Санремо. В любом случае, сейчас я просто-напросто очень счастлив. Итоговая генеральная классификация на ваших экранах. Нибали побеждает, Али Барде, Фульсанг, Демулян, Кошта, Хаген, Конти, становясь лучшим молодым гонщиком, Поцавиво, Кудус и Брамбила. Ну а Эдди The Boss, как его называют, Эдвальд Бусенхаген из команды Dimension Data, выигрывает очковую классификацию, так же, как и два этапа. Кристоф становится вторым, Нибали третьим. Ну а это Брэндон Конти из команды Drapac, лучший молодой гонщик тура Амана 2016 года. И заключительная номинация. Самый агрессивный гонщик. Жак Янс Иван Ренсбург побеждает с уверенным преимуществом, хотя Вэнс Пембрюка и Юго Улле. Ну и вот они, все обладатели маек по итогам тура Амана. Браво, Астана! Браво, Астана! В очередной раз шикарное выступление казахстанской команды, но на этом, к сожалению, вынуждены мы с вами прощаться. Самые яркие события этого этапа. Нарезка лучших кадров сейчас на ваших экранах. Я же с вами прощаюсь. Работали для вас сегодня режиссер Павел Кувшинов, ваш комментатор Атар Мамучашвили. Встретимся на шоссейных велогонках, которых в этом сезоне будет еще очень и очень много. До новых встреч. Пока.
Думаю, но тут только серьезный кризис Вангардена позволит Хорхе что-то придумать в генеральной классификации. Но и без них, безусловно, горняков серьезных у нас хватает.